Доброе утро, Раф. Мы здесь в Кабью-ретрит в Голландии. У нас есть вопрос. Заниматься Торой и заповедями. Это выглядит так, как что нас приводит это занятие от лолишма к лишма. Но там есть какая-то добавка, которую мы должны доставить наслаждение Творцу. Так недостаточно разве, что мы будем заниматься только Торой и заповедями? Почему должна быть вот эта добавка, что нужно делать это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу? Недостаточно только заниматься Торой и заповедью, чтобы перейти от лолишма к лишма? Ну, а какова цель? Тут вопрос. Это главное, что если мы не соединены, это называется, что наши желания, наши мысли, наши стремления все у каждого свои, что мы вошли в разделение наших отношений во время греха древопознания. Получается, что мы не стараемся, не направлены на то, чтобы соединиться. Что делать? Адам решен изначально, как Творец создал его. Это система, которая целиком включает очень много частей. И все они соединены и работают вместе. Каждый для всех. Это система, как в любой системе, которых мы даже понимаем, в системах, которые мы строим в нашем мире. Если система, которую мы создаем, все ее части должны быть правильно соединены, когда каждый участвует с другими правильным образом. Так? В объединении. И поэтому недостаточно нам, чтобы каждый из нас существовал, как он родился, только ради себя. А что мы наоборот, чтобы каждый работал для всей системы. А для всей системы мы говорим, что это ради Творца, потому что он, по сути дела, создал систему, он находится внутри нее, и он управляет ею, и понимает и чувствует нас, и согласно нашим просьбам, он способен привести систему от разделения к объединению. Хорошо? Если я правильно вас понял, дорогой Раф, так можно работать в Торе и заповеди, чтобы не доставлять наслаждение Творцу. Так ли это? Это не называется Тора и заповеди тоже. Это называется заповеди, которым обучают люди. То есть так люди рассказывают, что можно делать. Но на самом деле вся суть Торы и заповеди — это объединять людей так, чтобы они почувствовали себя, что они находятся в одной системе, и каждый работает в объединении с другими.